Сегодня мы находимся в интересном месте, за полярным кругом в национальном селе Сыскылах, на самом севере гостеприимной Якутии. Всем доброе утро. Мы проснулись. И сейчас наша задача первая — заправиться топливом, потому что впереди у нас заправок не будет. Заправка еще будет в Иронхае, но там такая она будет стихийная. Просто под нас топливо там приготовили. Второе — заехать в магазин, докупить продуктов. Третье — мы хотели здесь подснять вам и показать музей. Очень интересное место. Напомню, что это райцентр. И в этом улусе живут уже долганы. И, собственно, если буквально 200 километров назад это были венки, то здесь совсем, совсем другая народность живет. Как говорят народы севера, что долганы — это арктические аристократы. Связано это с тем, что их национальные костюмы просто в невероятно красивых орнаментах и узорах. Но чтобы, как говорится, не услышать, а один раз увидеть и самим сделать свои выводы, мы сейчас, наверное, все-таки заедем еще дополнительно в музей. За бортом температура относительно теплая, но прохладная, где-то примерно минус 32 градуса. Напомню, что впереди у нас по плану минус 30, минус 35 и 15 метров в секунду. По ощущениям будет как где-то минус 50, минус 55. Через 100 километров крайне населенный пункт, где мы заправляемся и выходим в абсолютнейший космос. Там из цивилизации только полярная станция Анабар, а после нее вообще ничего не будет. Напомню, это стоковые машины Land Cruiser, одна из лучших арктических команд. И мы пытаемся доехать до самой северной точки Якутии первыми в мире на стоковом автомобиле и вернуться оттуда обратно. Заправок здесь нету, ни обычных, ни сетевых, поэтому мы едем попытать удачу на топливную базу. И именно там мы попробуем заправиться соляркой, без которой нам никак не доехать до нашей заветной цели. В Сыскылахе нету заправочной станции. Мы сейчас здесь приехали на местную заправку, хотя это просто топливохранилище. И сейчас здесь будем пробовать заправиться. Я понимаю, нас будут заправлять прямо с гигантской цистерны, потому что просто заправщиков здесь нет. Топливо здесь исключительно только арктическое. Другого просто нет. Оно просто здесь не выдержит температуру и замерзнет. Заправки в Якутии, вот таких удаленных населенных пунктах, это отдельная история. Кто на что гораз. От канистры 200-литровой бочки до вот таких вот практически ручных насосов. Погнали в музей.
Перед выездом из поселка мы обещали местным жителям заехать в их небольшой, но при этом современный дом культуры. Раз обещали, значит, выполняем. Реально прохладненько. Мы вышли сейчас, пока заправлялись, и обычных тапочках North Face, в которых до этого было комфортно. Сейчас все прям чувствуется уже, что холодно. И термобелье на тонкие штаны. У меня до этого я одевал более теплое термобелье. Оно справлялось. А сейчас одел более тонкое термобелье, среднее, так скажем. И все, уже вот на эти штаны не работают. Сейчас надо доставать теплые штаны. Сделаю. До Юронхаи уже доедем. В Юронхаи я уже переоденусь. Теплые штаны, может, с ветром там. Ну, прикурим мы так, будет здорово. А ветер уже начинает, смотрите, вот уже видно по трубе. Жабыдық қыдың тәмеріге. Аңды үйдің үйтшілері, аңды үйдің үйтшілі, аңы бақ сеніме қия. Бұғы ұңы үйрілі ақыңа. Бұғын айынтаны, айыннан кәл бүйтен мұдың, үйерің бұдан көрсөзі бар. Пусть сбываются ваши желания, и пускай только хорошее будет с вами на все протяжение вашей экспедиции. Вы, значит, прошли через наш венкийский идол Чичипкан, очистились через этот колокольчик, и ваша дорога будет всегда вас очищать, и наши духи всегда будут вас оберегать. Вот здесь у нас спортзал, все наши устные соревнования, ага, даже из других районов вот приезжают, тоже соревнуются. Там у нас находится тренажерный зал, совсем недавно привезли инвентарь. Для местного населения платно или бесплатно? Бесплатно. У нас все бесплатно. Для местного населения все это бесплатно. Здесь у нас вот в этом году тоже заказали вот такую стойку. Тоже у нас только запустится сейчас в работу. Это получается у нас еще в зрительном зале функционирует кинотеатр, кинозал. Угу. И вот будем продавать попкорн, соки. Вот. Прикольно. Радио у нас запустилось с этого года, в постоянном, вот, в постоянной работе получается, с января месяца. Ну, по Инстаграму всегда пишу, смотрю вас. Да, да, спасибо. А я думал, вы переставать хотите. Нет, я перед вами на Ниве уехал с Якутска, на новую, на Нурцевой Ниве, да. И вот 8 числа утром сюда подъехал, 4 дня ехал. Итак, ну, 2020 года без пробежка, 2800 километров пробежало, все нормально, вообще отлично. Ну, рабочая будет машина. Да, Нива служебная, ну, гражданская. Вот так нормально подъехали. Вы сейчас куда? В Ухай. В Ухай? Ну, тут интернетом, конечно, сложновато. Ну, да. Поэтому я и тут, или где-нибудь точку нахожу, сразу смотрю и стою. Также есть бесплатный Wi-Fi. Может, хотите подключиться? Вам интернет. У вас есть Wi-Fi? У нас есть бесплатный Wi-Fi. Если бы мы знали, мы бы пришли ночевать к Панте. А можно мы у вас будем ночевать на обратной дороге? Можете настроиться. Да, да, уже времени нет, уже надо ехать. Поедем уже. Алмаз Wi-Fi free надо найти. Посадят там интернет. И сказать всем до свидания. Тоже бесплатный для населения. Это по программе «Окна на бар» у нас 3 года назад запустилось. А у вас уже оптоволокно сюда пришло? Оптоволокно в сентябре-октябре планируется. До Джерельбе он уже, да, там уже есть, ага, да, есть, и сейчас его будут сюда проводить. Вот смотрите, что значит появился интернет. Сашу мы потеряли. Сосканахский наслег он Ивенкийский, а Юрнхаинский он Долганский. И получается вот отсюда и название района вытекает Долган-Ивенкийский УЗ район. Вот карта нашего УЗа района. Вот. Как видите, у нас, как Надежда вам сказала, есть вот центр Саскала, в котором вы находитесь, и Юрнхая. Раньше у нас еще было Ебелях, и Амакинский, ну Ебелях считается, да, он сейчас там никто не живет, и тоже история Ебеляха я вам вкратце там в том зале расскажу. В 80-м году из Удачного выехали люди осваивать Ебелях именно вот, который был, да. А Ебелях как раз там, они первые нашли там, первые алмазы. Да. И они были не как кимберлитовая трубка, а то есть... Да. Сам кимберлит, он россыпью и на поверхности как золото, да? Да. Получается, да. И сейчас вот, когда мы ехали,
как раз по реке это они и делают шурфы как раз на пробу. Белях у нас, к сожалению, уже там никто не живет. Я в 2008 году там, ну, финансовый кризис мировой сказался, и у нас горно-обогатительный комбинат закрылся. Из-за этого там, ну, там основной центр-то из-за этого же. Теперь просто руду возят, да? Да. Отвези меня туда, где никогда не было, ну, правителей вот, Российской империи и вот, ну, СССР, где никогда не ступала вот нога человека, да, вот этого. И он, они выбрали Анаварский луз, его так встречали, и они поехали сразу в стадо. Причем я вот встретился с оленеводом Дьяконовым Николаем, и они там поговорили, он спросил, как он живет, какие трудности у оленевода, и они там поговорили, и в конце он спросил, Борис Николаевич спросил Дьяконова, чего бы тебе хотелось? И он сказал, ну я вот всю жизнь жил вот так, кочуя с места на место, хотелось бы к концу своей жизни осесть где-нибудь. И он сказал, ну хорошо, я тебе тогда построю дом, и через несколько лет вот со скалахи стоит дом частный, куда они все переехали, и там он до конца своей жизни прожил, из личных средств своих построил. Олег, иди сюда, посмотри. Я говорю, что я могу свою повесить. Ну такие, просто вот галоши, так скажем, они там по чуму где-то выйти, то есть такие вот. И теперь посмотрите у Олега. Современные баффины, один в один. То есть даже затяжечка, смотрите, похоже. То есть вот, вот вам, пожалуйста. Технологии, вот как были, так и остались. Все взяли и заимствовали у коренных малочисленных народов Севера. Единственное, что изменилось, натуральный продукт оленя шкура заменена просто на современные синтетические материалы. Тепло, удобно и самое главное работает. Зачем придумать велосипед, когда его можно чуть улучшить? В данном случае, посмотрите на Олега. Синтетический материал, на ножкам тепло и хорошо. Олег, вот росомаха, посмотри, какая у нее шерсть. Она так относительно инеем не покрывается. Поэтому, кстати, огромное количество шапок именно охотников тундровых делается из как раз шкуры росомахи. Она более грубая, конечно, но при этом не мокнет. Вот если взять вот такую песцовую, то если ты просто находишься на улице, с ней все хорошо. То есть ты ее стряхнул и дальше поехал. Зашел в помещение, не стряхнул, все, она тут же у тебя намокла и перестала работать. Нужно будет просушивать шапку. Кстати, именно поэтому здесь то, что она, смотрите, как национально, вот ее для чтобы просушить, можно выворачивать и полностью просушивать шапку. Потому что можно было хорошо просушить. Друзья, давайте на секунду отвлечемся. Напомню, что у нас есть второй канал про путешествия Life, и там выходит много интересного контента. Охота, рыбалка, путешествия. А прямо сейчас вышла новая серия «Стройки дома для путешественника». Переходите и смотрите. Ссылка в описании под этим видео. А мы продолжаем наше арктическое приключение. Погнали! Смотрите, ребят, нам подогнали дюкола из гольца местного производства. Что самое интересное, что ее можно заказать. И ребята здесь сделали сайт и доставляют ее по всей России. Представляете, отсюда из Арктики. Давайте ссылки оставлю в описании под видео. Абсолютно не реклама, просто ребята подошли, угостили и сказали об этом. Мы френдли сделаем такую тему. Все будем есть. Хотя тут написано, смотрите. Реклама. Будем считать, что это самая вкусная реклама. Так, Сань, тебе дать какую-то? Что, говоришь, не хочешь? Ну, ладно. То наш оператор ни разу юкол не ел. Я говорю, кушай. Кушай, родненький, кушай. Сейчас вот тебе аппетит. Интересная особенность, если вы помните, то мы вам показывали буквально
прошлой серии полеты с дрона в заброшенном поселке Ебеля, где сейчас добывают алмазы. Так вот, несколько домов привезли сюда из Ебеляха и здесь собрали. Дома по канадской технологии, либо по финской, то есть из сэндвич-панели, как каркасные, привезли, собрали. И там сейчас находятся еще несколько домов, которые, скорее всего, тоже сюда рано или поздно перевезут. Теплые, хорошие, удобные. Это правильное решение. Не разламывать, а консервировать и по возможности дальше их использовать. Дальше наш путь лежит по реке Анабар. Именно по ней проходит зимник дальше на север. Лед позволяет ехать местами очень быстро, но при этом много пустот и больших трамплинов, которые при несоблюдении скоростного режима могут не то что подбрасывать машину, а даже привести к ДТП. Так, когда передвигаешься по зимнику или передвигаешься по тундре, очень часто встречаешь брошенную технику. В данном случае это был брошенный снегоход, и, как мы видим, снегоход, то есть внешний цел, скорее всего, что-то сломалось, рядом никого нету, так как это рядом с дорогой, мы понимаем, что человека уже забрали, вот за снегоходом позже вернулся. Второе правило, не писано закон Арктики и вообще севера, и вообще нормальных человеческих людей, это там, ни в коем случае ничего нельзя забирать с техники. Если хочешь чем-то помочь, наоборот, что-то оставь. Там, поставь канистру с топливом, еще что-то. Вот, забирать ничего нельзя. Поэтому вся техника в Арктике, по большому счету, она в целости и сохранности и стоит как памятники очень и очень долго. Там, что-то могут снять с техники, которая стоит там, ну, там несколько лет, и ее никто не забирает, только тогда с нее что-то могут снять. А так, в основном, проблем с этим нет. Если бы такая машина или такой снегоход был оставлен где-то в центральных районах России или на одной из федеральных трасс, то, я думаю, его бы уже не было. Это еще одно отличие менталитета северных людей от менталитета людей, проживающих в центральных районах России. Так, ребят, самое время раздать призы от наших друзей, от компании МакКофе и экспедиционного центра Ergo Expo. В общем, у меня, как обычно, для вас вопрос. Сколько улусов в республике Саха-Якутия? Пиши свои варианты в комментариях под этим видео. Из правильных ответов мы выберем одного счастливчика и отправим тебе термос в любую точку нашей планеты. Удачи, друзья! В прошлой серии из правильных ответов, которые вы оставляли в комментариях, я выбрал именно этот комментарий. Поздравляю победителя и прошу тебя связаться со мной, написав мне в личку в сообществе про путешествия ВКонтакте. Белый термос от наших друзей компании МакКофе уже готов отправиться именно к тебе. Начались первые переметы. Все-таки пурга дает о себе знать, только вступает в свои права на ближайшие 3 дня, уже все, уже едешь. Уже эти вот, казалось бы, маленькие переметики, жесткие, надутые, врезаешься в них, машину подбрасывает, сзади снег весь раскидывает. Через 3 дня переметы могут быть просто с человеческий рост, запросто, это легко можно нести, можно посмотреть. Оттуда с долины все тянет сюда через сопку, здесь закручивает, и тут самое прям идеальное, как я уже и говорил, с одной стороны всегда будет сторона поддуба, с другой стороны сторона наддуба. Вот получается, на обратном пути можем застать серьезные переметы. Едет встречка, тоже еле едет. Вот смотрите, вот видно уже как все. Вот буквально еще сейчас ветерочек усилится до плюс 5 метров в секунду, и все, и будет просто молоко. И в таких случаях мы обычно просто останавливаемся. И как говорил Руаль Амундсен, просто настоящий полярник должен уметь ждать, поэтому будем просто переждать эту погоду. А вечером уже, ночью, и при свете фар можно будет ехать. Комфорт, нормал, нажимаю. Спорт. Портес самый максимальный спуск зажат, но все равно хорошо, что здесь в лэнд-крузере есть как раз регулировка амортизаторов, она электрическая, делает их от самых, так скажем, слабых, от самых мягких до максимально зажатых. Сейчас мы перешли в режим спорт S+, что зажало максимально подвеску и не дает ее сильно раскачивать на этих почках. Но тем не менее машина все равно, потому что люлька за люлькой все равно подраскачивается.
другая бы уже просто вся запрыгалась, но здесь нам позволяет ехать. Даже по таким сильным кочкам мы едем свои 80 км в час абсолютно спокойно. Машина в этом. Это нам, конечно, легко позволяет. Быстрее ребятам сказать. Ребят, там большая кочка, оттормаживайтесь. Мы тут немножко машину повредили. Очень большая кочка, блин. Разбила сзади нам стекло точно. Блин. Заднее стекло разбило по лапке. И, скорее всего, еще что-то бампером. Поставили палатку, и она нам разбила стекло на кочке, выдавилась вперед. Да. Что, надо утеплить ее, что ли? Заткнуть? Блин. Палатка, Жень, разбила. На самом деле, когда я ее грузил, так и думал, что она может, потому что она у нас сюда торчала. И вот она вот этим, смотрите. Палатка разбила окно, видишь, вот этой вот штукой. Тормозился на этом. Так, нет, что, надо его сюда. Сейчас. Я думаю, не надо. В этом не надо. Сейчас будем. Так, а картонка есть? Есть, где... На капот сверху закрывает. Нет, это перед радиатором. Надо кусок коробки. Напомню, что впереди у нас не будет абсолютно никаких сервисов. Температура дальше будет еще холоднее, а ветра еще сильнее и суровее. Поэтому разбитое окно – это не то, что плохо. Это на самом деле серьезная проблема. Особенно здесь, в Арктике. Скотч нужен? Нет. Я думаю, так палатка дальше не будет. Как бы она задней была. Я вот это все-таки убрал. Она рассыпется, да? Контент, ему нужно войти куда-то. Вот! Палатку положить, газа подать, а не притормозить. О, блин, вернее, наоборот, сильно притормозить. Ты видел, да, какая-то? Что, тебя тоже там сзади хорошо потрясло, да? Слушай, мне кажется, вообще встряхнуло это, все, что только можно было. Пока я спал, соберись, я и так подлетал. Не надо желудочек трогать. Ну, слушай, у Тойоты хорошо, крыша мягкая. Ну, просто хочется Богдана попросить, что он как-то спокойнее реагировал, когда парни просят хоть какой-нибудь контент. А
Ходовые качества это никак не влияет. У меня рюкзак просто к потолку. И стекло до меня дошло. Я сейчас сиденье стекло снимал. Хорошо, ты встал вовремя. А? Хорошо, ты встал вовремя. Слушай, не 50 на 50, так бы у меня рюкзак бы не полетел. Хрен, там ноут. А ты бы подлетел бы. Не, да я-то насрать, мне как бы это. Че мои 100 килограмм летают по машине? Первый раз, что ли? Что такое? Надо ее поехать найти. Красненькую, мотнитесь ее, где-то она лежит. Да и вот должно ушли. Мы не будем сейчас об этом говорить. Зазоры сильно ушли. Арктика. Сделал такое. Казалось бы, все было нормально. Ехали. Тут нафиг. Оп. Плюло очень сильно. Причем на ровном месте. Буржит. Не видно. Идем первой машиной. Вот. И, как говорится, весь огонь берем на себя. Ну ничего страшного. А если бы не было бы, вернее, если бы был бы закреплен нормально груз сзади, то есть если бы эта палатка изначально лежала бы в боксе, как она должна была лежать, то в принципе ничего бы не произошло, просто подкинуло бы и все. Но у нас, как вы знаете, палатка находится сзади, и там вот тоненьким, остреньким креплением разбило стекло. Ну вот, ничего страшного, будем двигаться дальше. Нашли недостающую деталь. Сломилась, она не приделается обратно. А? Не приделась? Нет, она немножко обломилась. Хотя нет. Нормально. Я думаю, что встанет хорошо. Давай. Давай, прикалывай. Кочечка все-таки была. Вот. Молодец, так что заметил. Наш оператор, наш глазастый оператор все заметил. Оба! Почему я люблю Toyota? Потому что она надежная и чинится быстро. Все, будем надеяться, что не отпадет. Погнали, все. Утечка тепла устранена, теперь можно двигаться дальше. Сегодня хорошая погода, завтра будет плохая. И на 4 дня. Ну, это понятно. Че, как снежок, смотрю, так себе, да? Так, ребята, ключ никто не видел. Куда-то потерялся ключ. Не знаю, мне просто ключ от Джара, от 300-ки. И проблема в том, что если сейчас заглушить машину, то она станет просто памятником и все, недвижимым. Вытащить ее отсюда будет, ну, по стоимости этого Джара.